Область в красной зоне по темпам распространения коронавируса и эпидситуация по региону продолжает осложняться. Выявлено еще 320 больных. Растет нагрузка и на больницы, мобильные бригады поликлиник, скорую помощь. Медики призывают население строго соблюдать все меры безопасности, масочный режим, социальную дистанцию, правила личной гигиены, избегать мест массового скопления людей, не проводить и не посещать различные мероприятия. Самый эффективный путь защиты от вируса – вакцинация и ревакцинация. Уважаемые земляки, такой рост отмечается по всей республике. Поэтому, пользуясь случаем, я призываю всех усилить профилактику, усилить меры, которые защищают нас от этой коронавирусной инфекции. То есть не посещать многолюдные места, носить маски, правильно питаться. Призываю всех соблюдать карантинные меры, усилить работу, усилить профилактические меры. И, как вы знаете, единственным и самым эффективным методом профилактики является вакцинация.